Когда трехлетнему Дане поставили диагноз «атипичный аутизм», жизнь семьи Симоновых разделилась на «до» и «после». Все средства семьи уходят на поддержание здоровья и развития сына. Мощный толчок в развитии дают интенсивные курсы реабилитации. Благодаря двум, на которые удалось накопить, Даня начал понимать родителей и складывать звуки в слоги. В свои 11 лет мальчик любит рисовать, играть в машинки, хорошо разбирается в гаджетах. Родители не теряют надежды, что он заговорит и сможет общаться со сверстниками. Мама Дани Оксана признается, что надежды на помощь благотворительных фондов не было, но чудо приходит в дом, где его ждут. Я подавала заявки в различные фонды, везде получала отказ, потому что либо эта помощь оказывалась медицинская, операционная, либо детям с ДЦП, ну, не с нашим диагнозом. Либо просто оставались без ответа все мои письма, попытки достучаться, чтобы нам помогли. И вот, наконец-то, фонд «География добра» пошел им навстречу и открыли для Даньки сбор. Провожая нашу съемочную группу, Оксана вручила нам пластиковые крышечки, и с ними мы отправились в парк, где находится «Эко-сердце» – пункт по сбору доброго пластика. Сюда пришли волонтеры Щелковского отделения «Молодой гвардии», чтобы помочь собрать пластик на переработку. Эти маленькие пластиковые крышечки помогают делать большие дела. Все средства, вырученные с их переработки, идут на помощь подопечным фонда «География добра», среди которых и наши земляки. Так добрый пластик помогает спасать жизни людей и сам обретает новую. Сбор продолжился в лицее номер 14 и в центре «Романтик», где также собирают пластиковые крышечки. Всего в этот день удалось собрать 150 килограмм доброго пластика. Мы очень рады, что наш проект находит большой отклик среди жителей. В прошлом году, я знаю, что участвовало больше 10 тысяч горожан. И практически все социально активные экологические организации в округе присоединяются к нам. И мы с ними проводим разные мероприятия, посвященные экологии, образованию и благотворительности. Рассматриваем не как только защита экологии. Это еще великое доброе дело, благодаря которому мы, сдав на вторсырье, можем еще кому-то помочь. Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными. Руководствуясь этим известным высказыванием, география благотворительного фонда «География добра» выросла из границ Костромы до всероссийских масштабов. Сегодня фонд занимает первое место в России по объемам сборов. На курсе реабилитации для Дани необходимо собрать 340 тысяч рублей. Помочь нашему земляку просто. Отправьте смс на номер 8903 со словом «Даня 500», где 500 – любая сумма пожертвования. Обратите внимание, что важно подтвердить платеж. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.